Ярмоленко. Техника, само собой, то есть отношение к делу — это первое, самое главное. То есть постоянно он хочет большего, то есть остается после тренировок, там, тренажерные залы, восстановление у него — это на, ну, можно сказать, профессионализм на очень хорошем уровне. Это в «Шахтере» были Фернандиньо, а сейчас Фред. Оба очень хорошо работают с мячом, то есть достаточно сильные. И у них нет такого, что назад отдать или еще что-то. Они постоянно стремятся вперед. Самое банальное — это то, что может быть, если кто-то идет в душ, то есть завязать шнурки между собой так, чтобы их невозможно было развязать, а только срезать надо. Он уже не играет. Зидан. С детства он всегда мне нравился, то есть его, как он с мячом обращается, и вообще его, то есть вне футбольной жизни, его, никаких скандалов, ничего за ним не было замечено. Я к этому, то есть, нормально отношусь. Но стараюсь, если, допустим, даже новая модель Boots выходит, и мне нужно играть в новой модели, а перед этим я нормально сыграл в старой модели, то я не выйду в новой модели Boots играть. Мне всегда нравился Ливерпуль, то есть сейчас, наверное, за них болею больше. Последние два года, наверное, мы играем, живем по соседству с Кривцовым, то есть и мы кумовья, мы часто ходим в квест-комнаты во все возможные, то есть и помогает так, можно сказать, сбросить негатив и забыться там на час, то есть мы бывает даже по две, по три комнаты проходим в день. Нам нравится, то есть и жены, то есть с нами, и, ну, интересно, там есть разные комнаты, конечно, но если хорошая комната, то у тебя эмоции сразу такие положительные. В Ютубе нашел про Глушакова и увидел, что он бутсами, то есть, ну, я знаю, у нас тоже, у нас и Коля Морозюк, и Ярмола, то есть они вырывают, получается, подошвы, там сами себе бутсы доделывают, но то, как он делает, я видел, то есть он там сам шьет себе, подшивает бутсы, у него целая барсетка, набор там шила, всякие паяльники, то есть он сам себе бутсы делает, это меня, конечно, удивило, но и в то же время, молодец, конечно, сам себе бутсы доделают, и то, как ему удобно, то есть он делает. Я таким не занимаюсь, то есть несмотря на те, которые бутсы мне дали, ну, понятно, что может на колодки поставить, если маленькие, и все, а так, то есть я таким не занимаюсь. У Коли Морозюка вообще, там у него своя система, он часа два точно делает бутсы, там он сам вырывает полностью подошву, чтобы они, ну, мягче были, кожу там, подкладки, оставляет только кожу, там, у него своя система, я говорю, он может запатентовать, потом бутсы себе делать.